Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Крэзилайф. Мы продолжаем сражаться за Дюну, продолжаем сражаться за Арракис. Так, Харконнены нападают на наш сектор и будем защищаться. Всегда приятно защищаться, потому что часть базы у нас уже готова. Может быть, там осталось что-то полезное. Производится улучшение. Так, давайте улучшать, в общем, харвестеры. Завод по харвестерам построим еще немножко харвестеров. Здание готово для размещения. Так, запилим электростанцию и... Ну, давайте пока строить электростанции, пока улучшается завод по харвестерам. Сразу закажем несколько наблюдателей. Начало строительства. Здание готово для размещения. Так, ребятушки, идите открывайте карту. Сейчас по-быстренькому найдем врага. Так, второго отправили. Еще один. А этого куда-нибудь сюда. Так, что там у нас? Продолжаем улучшать здание по харвестерам. Дополнительные ресурсы можно собрать, но нету войск, чтобы это сделать. Давайте, может, построим немножко танков. А вот какие-то пехотинцы. Правда, они, наверное, долго будут рубцевать. Долго будут рубцевать эти ресурсы. Ох, ничего себе! Сколько вкусняшек! В смысле, эти враги к нам идут, что ли? Это печально. Начало строительства. У меня войск нету. Готов двигаться. Лазер на полной мощности. Так, попробуем быстро танком забрать эти ресурсы. Надо улучшать, по идее, базу. Надо запилить уже защитные вышки. Потому что если сейчас противник ко мне придет, это будет очень печально. Выходим на полную мощность. Доступны новые опции строительства. Отряд потерян. Так, давайте. Начало строительства. Что-то противник немножко затупляет. Это, в принципе, мне на руку. Здание готово для размещения. Корвестеры атакованы. Они танк просто сдули. Отряд потерян. База атакована. Как же много здесь противника. Давайте вот эту херобору закажем. Сейчас самое главное это отбиться. Но очень много противника. Только-только начал и такая жестянка. Так, заказываем их побольше. Транспорт атакован. Я не успеваю строить, они сразу сдувают мои войска. Продолжаем строительство, продолжаем пытаться отковыряться. Начало строить, харвестеры атакованы. Транспорт атакован. Так, заказываем еще танков. Сейчас, я думаю, потихонечку будем расковыривать их. Отряд потерян. Так, заказываем еще одну защитную вышку. Начало строительства. Здание потеряно. Харвестеры атакованы. Отряд потерян. Атака. Подкрепление приближается. Неужели мы справились? О, да! Ужас, мы отковырялись. Я, если честно, даже немножко не верил в то, что у нас все получится, но тем не менее. Мы это сделали. Ему тут уже ничего не светит. Тут вышки спокойно его уничтожит. Можно еще подкрепление забрать. Были замечены рейдеры врага. Отряд потерян. Какие еще рейдеры врага? Мне и так тут напинывают. По самое не балуйся. Подкрепление приближается. Готов двигаться. Вражеские рейдеры были побеждены. Вроде расковыряли.
Давайте закажем побольше обороны. Но это была жесть какая-то. Начало строительства. Так, по харвестерам, значит, закажем еще новые. Ну что, часть харвестеров они уничтожили. И давайте попробуем... Ах ты, чертяга, столько ресурсов позабирал. Ну хотя бы эти забрать. Следите за рейдерами врага. Да что мне ваши рейдеры врага? Начало строительства. Тут у нас пушки есть. Надо вот здесь еще построить. О, вон доп. Ресурсы. Сейчас заберем их. Бейте, убейте его. О! Заказываем еще вышек. Побольше защитных. Вот и все. Сейчас можно уже спокойно заказывать танки, которыми мы будем атаковать врага. Начало строительства. Побольше, побольше. Опа, энергия. Начало строительства. Может, там что-то починить нужно? Ну, конечно. Одну электростанцию продамажили. А электростанции, если дамажат, то они вырабатывают меньше энергии, чем должны. Давайте лучше побольше электростанций закажем. Так, а по базе противника? Начало строительства. А где он? Куда отсюда идет? Производится улучшение. Были замечены рейдеры врага. Да все уже, у нас оборона есть, не страшно. Где-то он здесь ходит, вроде. Это здесь его база. Здание готово для размещения. Начало строительства. Отряд потерян. Ничего себе, он меня тут распихал. Начало строительства. Слушайте, а сюда вообще опасно танки выводить. Давайте лучше уж туда-сюда. То есть атаки у него идут как раз по этой стороне. Можно, в принципе, еще заказать, может быть, кобр. Они оборону так неплохо держат. База атакована. Но эти вышки, конечно, не очень эффективны против пехоты. Здание готово для размещения. Начало строительства. Харвестеры атакованы. Еще пехоты очень много идет. Показывай, где у тебя база. Может, здесь? Но здесь я пробегал. Подтверждаем перемещение. Начало строительства. Вот если ей так вот подстроить. База атакована. Они все равно ее палят. Но у него, видать, здесь карта открыта, поэтому он и палит ее. Здание готово для размещения. Очень не хватает кобр. Были, наверное, лучше их построить. Харвестеры атакованы. База атакована. Вроде справляемся потихоньку. Начало. Или может против пехоты там замутить сверху вышку. Здание потеряно. Отряд потерян. Где у тебя база-то? Я понять не могу. Здание готово для размещения. Как приказано. Я уже, по-моему, все исследовал. Начало строительства. Давайте начало закажем строительства. Еще электростанций. Танки продолжают строиться. Может, в этой миссии вообще это просто надо продержаться, потому что... Я не знаю, я не вижу базу врага. Вроде все исследовал уже. Подкрепление прибыло. Ура, показывай, где твоя база. Здесь ничего. Это вообще мои харвестеры? Да. Начало строительства. Странно. Может, еще раз сюда сбегать? Подкрепление прибыло. Ничего нету. Тю. Подкрепление приближается. Подкрепление прибыло. Начало строительства. Были замечены рейдеры врага. Скорее всего, реально здесь надо просто продержаться, а базы у врага нету. Начало строительства. Закажем еще побольше защитных сооружений. Здание готово для размещения. Так, танки. Ну-ка вот здесь покажите, что здесь есть.
Выходим на полную мощность. Так точно. Может мне тогда и танки не строить, раз база нет? Опа, вот это что такое? А вот у него база, ну конечно ж. А я вроде пробегал там, открывал. Ничего не было. Но вы посмотрите, сколько у него пехоты, просто миллион. Начало строительства. А вот эти лазерные танки не очень эффективны против пехоты. Но ничего страшного, можно вот этих подзаказать потом можно будет. Хотя, в принципе, если лазерных танков будет очень много, то они все равно справятся и с пехотой, и с техникой. Начало строительства. Но, в принципе, против пехоты они не очень. Давайте еще вот здесь против пехоты заказать. Опа, стоять. Против пехоты сюда вышку поставим. Здание готово для размещения. Начало строительства. Чуток отводим их за башни. По экономике у нас все хорошо, поэтому просто копим побольше ресурсов, купим побольше танков и пойдем в атаку. Ну, как я уже говорил, единственное неудобное здесь сделано то, что мы можем построить два завода, а то и больше по танкам, но строятся они все равно будут только в одном. Это печалька, конечно. Так бы я, конечно, построил, допустим, 2-3 завода по технике и клепал бы танки без остановки. Начало строительства. Вот здесь кобрами так разложиться и пулять снизу наверх. А вот здесь вот можно зайти. Смотрите, основная оборона у него сверху сконцентрирована. А если мы зайдем посуда... Начало строительства. То в принципе можем вот так вот быстро завод по харвестерам пронести и добраться до его базы. Харвестеры атакованы. Начало строительства. Ну-ка не трогай харвестеры. Давайте, ребята, всякий случай закажем лучше кобр, несколько штучек. Начало строительства. Вот здесь, если кобры поставить, я не знаю, может пехота будет сливаться на них. Неплохо так эта башня пехоту косит. Начало строительства. Харвестеров у нас много, ресурсов у нас много, поэтому если мы немножко потеряем харвестеров, ничего страшного в этом нету. Так, а где у меня вторая кобра? Я же, по-моему, две заказывал штучки. А, вот еще какая-то одна. Начало строительства. Может, это с подкрепления какая-то? Раскладываем. Давайте, может быть, ее поближе чуть подвинем. Самое главное, чтобы ее не фокусили. Начало строительства. Подкрепление приближается. Подкрепление прибыло. Пехота разваливается. Отряд потерян. Нормально. Так и надо. Убивайте мои харвестеры. Это знаете, как в поговорке. Бей своих, чтоб чужие боялись. Так же и у нас получилось. Как же у тебя много пехоты-то, а? Еще так в рядок стоят. Первый раз такое вижу. Начало строительства. База атакована. Готов двигаться. Еще, может быть, вышки построить защитные. Хотя тут кобра есть, давайте. Начало строительства. Эти отряды пошлем сюда. Кобру здесь разложим. Отряд кобра передвигается. Кобра передвигается. Во, и все. По этому направлению у нас будет хорошая оборона. Начало строительства. Разрушитель уже тут ползает. Ну что, ребят, давайте попробуем сделать вылазку. Сперва сохранимся, конечно. Игра сохранена.
Только аккуратно, не попадай на этот шторм, чтобы технику не дамажил. Так, а я потом спуститься-то здесь, наверное, не смогу. Придется в объезд все делать. Аккуратненько заезжаем вот сюда. Начало строительства. Ой, дурилки, куда вы поехали-то поверху? Короче, там часть танков поехала поверху, но... Отряд потерян. Ни хера себе тут вышек, вы посмотрите, что творится. Отряд потерян. Начало строительства. Нет, это загружаться надо. Игра загружена. То есть я ошибался, что здесь лучше атаковать, потому что рядок вышек стоит. Здесь, в принципе, тоже оборона неплохая. Но лучше, наверное, отсюда ударять. Потому что вот это узкое пространство, танки тупят, пехота их расстреливает, часть там поверху пытается пройти. Как же много у тебя пехоты-то? Начало строительства. Казарма. Может, еще и сардукаров нанять? Ну так, ради фана. Ресурсов-то у нас много. Можем позволить себе немножко... Начало строительства. ...пофаниться. Тут у нас минометчик, диверсант, ПВО-инженер. Ну, давайте начало попробуем, а ради интереса построим немножко сардукар еще. Ну, как показала практика, их очень быстро убивают даже. Даже сардукар, даже фременов. Я про обычную пехоту вообще не говорю. Их сдувает просто на раз. Так, а сколько харвестеров? Два. Они готовы для размещения. Харвестеры атакованы. Два у нас разгружаются. Еще один едет. Харвестеры вроде есть. Ладно. Просто думал, может, еще немножко подстроить. Улучшаем здание по сардукарам. Сколько вы стоите, ребятки? 350. Начало строительства. Тренировка. Ну, закажем, пусть будут. С пехотой они хорошо справляются, но вот на ходу стрелять, к сожалению, не могут. Такая вереница прям начало пехоты. Начало строительства. У него фабрики, что ли, нету? Походу, у него нет фабрики, поэтому он чисто пехоту клепает. Тренировка. Здесь у нас все защищено. Как и против техники, так и против пехоты. Начало строительства. Но он молодец, что пошел посуда. Здесь у нас лучше всего оборона. Даже лучше, чем снизу. Готовы к удару. Ой, вот и кобры, которых я строил. Координаты получены. Отряд Кобра передвигается. Начало строительства. Координаты получены. Отряд Кобра. Тренировка. Координаты получены. Координаты получены. Так, а эту кобру, наверное, тоже здесь лучше развернуть. Да, давайте вот здесь тыл прикроем. Начало строительства. Посмотрим, как они справятся с пехотой. Хотя бы вот две штучки ради интереса. Тренировка. Начало. Что-то, по-моему, как-то уныло они справляются. Ну-ка, а это что за сардукары? Это элита, это просто имперские. Тогда, может быть, вот этот лучше против пехоты. А типа элитный против техники. Тренировка. Сейчас попробуем. Но против пехоты как-то он не очень. Этот элитный. Подкрепление приближается. Подходим. Подкрепление прибыло. Отряд потерян. Подкрепление приближается. Атака. Подкрепление прибыло. Да, скорее всего, он против техники. Начало строительства. А вот обычный сардукар. Выживших
Попробуем, как он против пехоты. Выживших нет. Выживших нет. Начало строительства. Вот, уже другой разговор. Так кто длинных не брать? Выживи счастье. Правда, его быстро так убили. Тренировка. Отряд потерян. Начало строительства. Пойди попробовать что ли еще раз наломиться. Отряд потерян. Давайте попробуем. Самое главное, не спешить, не торопиться, аккуратно продвигаемся. А то я люблю поспешить, потом в итоге все окажется очень-очень плохо. Сардукарыч такие медленные. Можно было, в принципе, и танков против пехоты построить. Сейчас попробуем наломиться. Отряд потерян. Что вы танки ездите, не пойми где. Собираемся в кучу. Аккуратно продвигаемся вперед. Начало строительства. О, в атаку пошел. Начало строительства. Вот если на рожом не лезть, вот так вот стоять и отстреливаться, то в принципе нормально. Тренировка. Да, часть танков потеряем, но не страшно. В итоге все равно потом его продавим. Отряд потерян. Отряд потерян. Тренировка. Начало строительства. А можно еще кобр сюда, допустим, подвести, разложиться. Да, давайте так и сделаем. А, у меня свободная кобра есть. Только одна. Так, ребятки. Начало строительства. Складываем кобры. Отряд потерян. Забираем еще вот эти войска. Сейчас кобры заберем. Разложимся там снизу. Отряд потерян. Начало строительства. Так, Сардукаров, чуток вперед. Уже он 3 звездочки себе заработал. Начало строительства. Пехоту клепает и клепает, клепает и клепает. Сейчас кобры приедут, сейчас они будут выносить и пехоту, и здание вот отсюда снизу. Защитные сооружения. Сардукаров на передок, они как раз против начало пехоты. Так, одна кобра готовы есть, а вот и вторая едет. Отряд кобра передвигается. Отряд кобра передвигается. Готовы к удару. Подводим поближе. Начало строительства. Достает? Это все равно еще ближе. Отряд кобра. Отряд кобра. Отряд кобра. Координаты. Начало строительства. Готовы к удару. Получены. Тут уже и подкрепление к нему приходит. А чего вы не можете? А, может вот так вот надо? Все равно не хотят стрелять. Ну попробуем тогда наломиться, аккуратно только. Тут в принципе-то у него толком ничего и не осталось. Подкрепление приближается. Подкрепление прибыло. Подкрепление приближается. А эти дурилки по низу поехали. Ну они сейчас там все помрут. Начало строительства. Подкрепление прибыло. Отряд потерян. Еще бы потерян. Зачем вы так на вышке-то полезли? Отряд потерян. Начало строительства. Отряд потерян. Если вырубить электростанцию, может получится?
Отключить эти вышки. Я все равно работаю. Начало строительства. Отряд потерян. И тут еще вышки. А все, они уже обесточены. То есть только огненная уже шмаляет. Победа! Превосходство дома Ордосов наше единственное. Неплохая была битва, но на самом деле как-то, по-моему, даже намного сложнее, когда противник клепает чисто пехоту. Почему-то с техникой как-то попроще. И теперь мы должны выбрать сектор для атаки. Не понял, а мы... А, вот же у нас сектор. Я и думаю, почему мы так можем перепрыгивать? Ну что, атакуем, а потом уже главная база Харконненов будет. Атака. Тлейлосу захватили трупы сардукаров и живых гражданских для своих чанов плоти. Сардукары поклялись отомстить. Дом Ордосов может использовать их ненависть. Конвой Тлейлосу проходит через эту территорию. Уничтожьте его и его охрану. Сардукары будут нам благодарны. Попробуем уничтожить. Но если получится. Если нет, то нет. Гробокопатели Тлейлексу переходят через нашу территорию. Сардукары нападут на любой дом, который допустит присутствие Тлейлексу. Мы должны ответить на это вторжение. Уничтожьте Тлейлексу. То есть, если мы уничтожим, то сардукары будут биться на нашей стороне. Но от них на самом деле-то не очень много и пульса от сардукаров. Ну не знаю, я говорю, если получится, то получится, нет, так нет. В любом случае мы врага уничтожим. С Харконненами или без них. О, так нам сразу еще и кобру дали в самом начале. Хорошо. Давайте здесь ее разложим. А карта, по-моему, какая-то большая. Давайте поищем дополнительные ресурсы сразу. В самом начале они очень такой неплохой баф дают для строительства. Заодно посмотрим, с какой стороны на нас тут могут напасть. Опа, вот и ресурсы. Еще немножко осталось, и завод по харвестерам будет готов. Отлично. Запиливаем сюда куда. Опа, червь, червь. Вали, 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 вали. Вы даже не думайте по нему шмалять. Сваливаем, сваливаем. Так, надо срочно сюда возвращаться. Начало строительства. На Харвестер вроде не едет, это хорошо. Улучшение. Так, если что, придется Харвестер вводить. Здание готово для размещения. Ага, он здесь ползает. Ну-ка, давайте попробуем его щелкнуть, только аккуратно. То если будет жрать мои харвестеры прямо в самом начале, начало будет не очень приятно. Все, вроде ушел. Давайте продолжать дальше искать дополнительные ресурсы. Опа, вот и ресурсы. Забираем. Скорее скоро уже пойдет конвой этого Тлейлексу. Они нам не враги, вроде как. Но они сейчас пока к нам нейтральны. Но если мы конвой не уничтожим, скорее всего, они станут нашими врагами. Начало строительства. Сразу закажем несколько харвестеров. Продолжаем улучшать завод по харвестерам. А потом надо обязательно построить электростанцию. Здание готово для размещения. Сюда, допустим. Давайте начало закажем электростанцию. И надо уже немножко оборонки подстроить. Так, ладно, возвращайтесь. А чтобы построить оборону, надо улучшить базу. Производится улучшение. Улучшаем еще вот это. А, еще казармы же надо построить. Доступны новые опции строительства. Совсем я про них забыл. Начало строительства. Отсюда, конечно, вряд ли нападут.
Потому что тут конец карты, но все равно лучше я перебью и построю оборону еще и здесь. Доступны новые опции строительства. То так будут неприятные сюрпризы со спины нападать. Начало строительства. Тренировка. Несколько кобр закажем для защиты. След черви. Ждем приказания. О, червь буйствует. Производится улучшение. Отправляем наблюдателей. Доступны новые опции строительства. Тяжко вот так вот по ним попадать, если честно. Они очень маленькие такие. Ну, можно, конечно, камеру приблизить. Как приказано. Начало строительства. Здание готово. Ну, запилим сюда. Начало строительства. Нужна еще электростанция. Вот еще доп. Ресурсы я увидал. Давайте их заберем. Подкрепление прибыло. Ваше приказание. Здание готово для размещения. Отряд потерян. Ждем приказания. Начало строительства. Отряд потерян. Я, скорее всего, где-то врага там нашел уже. Немножко криво впилил электростанцию, но ладно. Готовы к удару. Отряд Кобра передвигается. Так, закажем начало еще вышек. Ага, вот его и база. Понятно. Можно, кстати... Сейчас, ладно, эта Кобра достроится и уже будем начало строить обычные танки. Здание готово для размещения. С точки выхода сюда, допустим. Так, едьте наверх. Как я и говорил, еще оборону снизу на всякий случай построим. Заказываем еще электростанций. Отряд Кобра, получены. Координаты получены. Отряд Кобра, координаты получены. Отряд Кобра передвигается. Готовы к удару. Координаты получены. Координаты получены. Координаты получены. Координаты получены. Готовы к удару. Начало строительства. Готовы к удару. Да что ж такое-то? Готовы к удару. Хочу Кобру разложить, а выделяются все. Готовы к удару. Так, еще с этого края. Начало строительства. Все равно здесь надо побольше вышек построить. А то у меня получается только одна вышка, ну и немножко техники. Уничтожьте конвой. Это прямая директива. О, конвой. Ну-ка. Харвестеры атакованы. Ой, там заразители. Ну их нахрен. Не пойду я туда. Начало строительства. База атакована. А мне всю технику мне позаражают. Это вообще печалька будет. Плюс еще тут харконы наатакуют. Готов. Транспорт атакован. Нафиг надо. Начало строительства. Не, я, конечно, могу легкие танки послать. Хотя, смотрите, заразители поехали вперед, а конвой сам отстает. Давайте попробуем, если получится, конечно. Попробуем перехватить. Начало строительства. Подтверждаем. Это враги? Транспорт атакован. Отряд потерян. Харвестеры атакованы. Подтверждаем. Отряд потерян. Ой, смотрите, как они легко падают. Начало строительства. Сейчас нас, правда, личинки будут грызть, но ничего, пофиг. Давайте просто их долбить. Мы справились, да? Сардукары вернули похищенные тела в их могилу. Теперь сконцентрируйтесь на уничтожении врага в этом регионе. Это императив. Обнаружены личинки пиявки. А не так уж сложно и было. Мы, получается, 4-5 танками спокойно затащили. Транспорт атакован. Здание продано. Отряд потерян. Так, у меня харвестеры это вообще живы, нет? Сардукары ждут приказания. Начало строительства. А где сардукары? Отряд потерян. О, так они наши. Тут очень много дополнительных ресурсов. Сейчас мы все пособираем. От них толку, конечно, немного, но зато здесь много дополнительных ресурсов. Сейчас это все пособираем. Так, вот здесь вот еще доп. Ресурсы. Может, мне харвестеров подзаказать? Давайте лучше еще больше обороны здесь построим. У меня, по-моему, вообще харвестеров не осталось.
По-моему, всех у меня вынесут. Опа! Лейлаксу начинают атаку против наших сил. До Сардукара, я думаю, сейчас с ними разберутся. Начало строительства. Отряд потерян. Так, один Харвестер разгружается, остальные где? Неужели у меня один Харвестер остался? Ух, нихера себе там Плейлаксу-то. Это Харвестер противника. Подкрепление приближается. Да, слушайте, короче, надо построить начало побольше Харвестеров. У меня противник, походу, все Харвестеры выщелкнул. Отряд потерян. Сардукары сражаются, но, кстати, от них очень много пользы, как я понял. Готовы к удару, брат, передвигается. Потому что они уже столько этих заразителей передолбили. А они технику эти заразители жрут только в путь. Начало строительства. То есть мы этими сардукарами собрали дополнительные ресурсы. Плюс еще вот столько заразителей они передолбили. Так что все хорошо у нас. Ждем приказаний. Начало строительства. Они еще и выжили, красавчики. Я уже думал, все. Давайте продолжать тогда собирать дополнительные ресурсы. Отряд потерян. Отходим, отходим. Клейлоксы начинают атаку против наших сил. И что, они так постоянно будут, что ли, атаковать? Отряд потерян. Давайте здесь их оставим. Как раз Харвестеры противника здесь собирают. Начало строительства. И продолжаем строить танки. Все, по экономике у нас сейчас более-менее все хорошо. Харвестеры новые я построил. И сейчас остается лишь только намасить танков побольше. Харвестеры противника падают. Ой-ой-ой, как неприятно-то. Черт, сожрал все-таки мой Харвестер. Самолетов не хватает. Может, самолетов построить? Начало строительства. Который перевозит как раз Харвестеры. Отряд потерян. А что Тлейлаксу делает отряд на базе потерян. Сардукар? Тю. Отряд потерян. Катапульта всех сардукар передолбила, но ничего страшного. Очень много пользы эти сардукары принесли. Да, они готовы для размещения. Погибли просто смертью героев. Вот старпорт еще закажем. Какой старпорт? Вот же он. Доступны новые опции строительства. Начало строительства. Побольше самолетиков вот этих. По перевозке Харвестеров. А с экономикой опять все что-то печально стало. Может, еще пойти ресурсы начало пособирать. Давайте покатаемся маленькой группой. Пособираем дополнительные ресурсы. Здание готово для размещения. Да я уже даже передумал космопорт строить. Что-то так денег мало. Начало строительства. Доступны новые опции строительства. Так, тут у нас сколько он стоит? Ну, вроде цена адекватная. Еще Харвестер закажем. Отправляй. Выполняй, подтверждаю. Первая охотка космопорту всегда маленькая. Строительство. Тут противник. Подтверждаю. Вроде не спалил меня. Выполняй. Подтверждаю. Отходим. Подтверждаю. Где еще доп. Ресурсы? Вот. Начало строительства. Заберем сейчас их. Начало строительства. Отряд потерян. Давайте, давайте, шустрее. Там один танк я, по-моему, потерял. Забираем ресурсы и отходим. Отходим на базу. Начало строительства. Так, еще один Харвестер построился. Продолжаем клепать танки. Начало строительства. Самолетами руководить не нужно, то есть они сами реагируют на Харвестеры. Харвестеры атакованы. Начало строительства. До катапульты-то достанете, нет? А
Отряд Кобра, рассчитываем траекторию. Во, пехоту можно вперед послать, пусть она танкует. Т-4. Отряд потерян. Неплохая такая атака от Харконнена. Транспорт атакован. База атакована. Чисел, у меня тут танков понаслал. Подкрепление приближается. Т-2. Подкрепление прибыло. Неплохо, неплохо он так расстроился. У него тут танки, в атаке танки, еще танки едут ко мне. Начало строительства. Куда ты его повез? Ну, здесь относительно безопасно. Тут еще доп. Ресурсы есть. Как же мало ресурсов-то, а? Ох, ни хрена себе, ты откуда пришел? Ну-ка, давайте здесь еще построим одну вышку защиты. Начало строительства. То есть он, получается, как-то вот так вот обошел и посуду зашел. Готов двигаться. Выполняем! Мало денег. Денег база мало, это факт. Отряд потерян. Готовы к удару. Есть. Да, минус башня защитная. Сразу восстанавливаем. Отряд потерян. Начало строительства. Ну, Карконы начато реально лютуют. Это его Харвестера. Не, конечно, можно сыграть более аккуратно, допустим, там кобрами аккуратно выдвигаться. Выдвигаться его, шугать немножко. Так, танки пока отменим. Может, действительно лучше кобрами аккуратно подействовать. То есть эти танки на прикрытии, кобры выдвигаются, да, раскладываются. Вот можно это замутить, кстати. Начало строительства. Только стопе. Сперва электростанцию. Супероружие, кстати, неплохое. У него очень много вышек, очень много техники. Судак останутся супероружие. Он сам себя же подолбит, да, какое-то время. Ослабит свою же оборону. Начало строительства. Ваше приказание подтверждаем. Тут и спайса мало. И весь спайс в основном у врага. Отряд потерян. Недалеко от его базы. Отряд потерян. Посуда заходит опять. Блин, а я вышку так здесь и не поставил. Мало денег. Отряд потерян. Ждем приказаний. Нифига себе, а ты что не добываешь-то? Я думал, ты сам поедешь добывать. Так, отряд его самолет, потерян. По-моему, забрал. Приказания. Иди вот здесь добывать, здесь безопасно. Так, да, еще немножко. Отлично, и можно запилить завод. Точнее, дворец. Да, какой завод? Но здесь надо еще оборонительное сооружение поставить. Что он посуда тоже ходит. Доступны новые опции строительства. Начало строительства. Отряд потерян. Как же много у него всего здесь. И техника, да, и пехота. Для размещения. Но, кстати, если атаковать, то лучше атаковать не посуда, потому что здесь у него тоже много техники, плюс еще до базы будем долго добираться. То есть лучше пойти по верхней левой стороне. Начало строительства. То есть вот здесь вот мы пройдем, тут недалеко база. Главное ее уничтожить, а потом уже, как говорится, отряд дело техники. Отряд потерян. Здание готово для размещения.
Подкрепление приближается. Так, вышки чинить надо, не надо? Подкрепление прибыло. Харвестеры атакованы. Транспорт атакован. Давайте тогда еще харвестеров построим. Начало строить. База атакована. Он и тут ездит, и снизу ездит. Короче, он постоянно контролирует мои харвестеры. Начало строительства. Самое главное, что нет больше заразителей. Потому что если бы мне сюда еще заразителей добавили, то вообще было бы туши свет. И так экономику постоянно ломают, да, еще бы и технику ломал. То есть так было бы ни техники, ни экономики, ни того, ни другого. Мало денег. Но главное, дворец мы построили, поэтому... Да, забирай, да. Харвестеры-то. Дворец мы построили, поэтому можно будет сюда лупить. Ослаблять его оборону. Начало строительства. А что мне строится? Харвестеры... А, харвестеры строились. Я и думаю, харвестеры вроде разгружаются, а притока ресурсов нету. Так, это отмена. Закажем кобр побольше. Будем, короче, ими аккуратно продвигаться и отстреливать базу врага. То есть сперва, допустим, легкие танки сюда приедут, потом кобры за ними. Будем раскладываться и уничтожать его. Начало строительства. Не хватает экономики, чтобы на этой карте сделать грубой силы, как я люблю. Построить там миллион этих легких танков и просто на шару забрать базу противника. Тут так не получится. Я, конечно, попробовать могу, но если я потеряю все легкие танки, то это все. Это как минимум поражение будет. Начало строительства. А как максимум унизительное поражение. Ангар. Завод по сурдукарам. В смысле? Я же здание по сурдукарам, что ли, строил? Почему я его улучшить могу? А, точно. Теперь это здание нам же принадлежит. Начало строительства. Транспорт атакован. Да, конечно, к уничтожителю. Нормально. Давай, увози его отсюда. Отряд потерян. Вместе с самолетом все грохнул. Самолет дурилка, блин. Он возит харвестеры прям в лапы к врагу. Начало строительства. Харвестеры атакованы. Готов. Пусть он едет сразу вот сюда наверх. Здесь относительно безопасно. Транспорт атакован. Молния хаоса имеет предельную мощность. Сейчас запустим эту молнию хаоса. Вот прям сюда. Начало строительства. Управлять, по-моему, ими мало нельзя, денег. То есть они сами атакуют. Но все равно так неплохо покромсали его. Ну что, ребята, давайте... Сохранимся и аккуратно будем пытаться выдвигаться вперед. Продолжите. Самое главное — закрепиться сверху у врага. Если закрепимся, то можно считать, что выиграли. Там просто надо будет аккуратно драться. Не лезть на рожон. А, так, тяжелые танки отменяем, заказываем легкие. Пусть строится. Разбираем всю эту технику и продвигаемся аккуратно кобрами. Где что атаковано-то? Чего ты мне рассказываешь? Мало денег. А вот то, что мало денег, это я в курсе. Здание потеряно. Отряд потерян. Понял. Какое еще здание потеряно? Начало строительства. А, ни хрена себе там. Так, стопы. Разворачиваем кобры. Давайте, разворачивайтесь. О!
Ну я только одну кобру развернул. Так, отходим. Как я уже говорил, здесь какая-то кнопка есть, разворачивать все войска. Но я не знаю, что это за кнопка. Не смог ее нащупать. Так бы мы, допустим, все кобры выделили, херак так и развернули. Давайте, давайте, бейте эту пехоту. Ну-ка попробуем. Мало денег. Где-то же есть кнопка развернуть все войска. Отряд кобра, готов. Нет, это не то. Лейлаксу были уничтожены. А, во, смотрите-ка. Д, что ли? Да, кнопочка Д, все понято. Так удобнее, а то получается я поштучно натыкиваю. Надо когда резко развернуться. Это проблематично. Аккуратно продвигаемся к верхней базе противника. Нужно харвестер еще попытаться. А, это мой харвестер. Я уже свой харвестер хотел уничтожить. А вот это уже врага харвестер. Минус харвестер. А ты что хотел? Ты думал, только ты мои харвестеры будешь уничтожать? Не тут-то было. Заезжаем наверх. Самое главное — закрепиться кобрами. Остальное дело техники. Раскрываемся. Начало строительства. Сейчас его чутка подагрим. Давай, 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 наезжай на кобры. Так, складываем танки. Проезжаем вперед. В атаку легкие танки посылаем в прикрытие. Сейчас им они тут все задолбят. Сейчас еще молния хаоса откатится. Отряд потерян. Будем ее юзать. Отряд потерян. Выполняем. Начало строительства. Выполняем. Катаемся, катаемся. Отряд потерян. Давай, давай, подъезжай поближе. Готов двигаться. Неплохо у него тут техники. Начало строительства. Катапульта минус. Так, подъезжаем еще ближе. В принципе, можно считать, что я уже закрепился. Давайте, 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 долбите, долбите, долбите. Им получается надо... Ну-ка, вот если так сделать. Им, короче, надо вот этот проход продолбить, чтобы бить эти вышки. А до базы достаете? Начало строительства. Ни хрена они не достают до базы. Опять эти вышки активировались. Кобры, ну что вы стоите? Ну по вам же стреляют. Кобрами что ли продолбить? Что-то они как-то криво стреляют. Отряд потерян. Это все из этого забора. Минус вышка. Он еще одну поставил. Отряд потерян. Отряд потерян. Что-то как-то жузенько, блин. След червя. Ну а эти-то что стоят? Ну стреляйте, ёшки-матрёшки, вы чё? Во! Главное, в них шмаляют, они стоят, смотрят. Складываем. Кобры. Блин, там еще пехота идет. Так, давайте шмаляйте, шмаляйте, шмаляйте. Минус еще одна защитная вышка. А до этого не достают. Ладно. Подкрепление приближается. Подкрепление прибыло. Так, это минус. До базы достают? Не достают. Сейчас можно попробовать лазерными танками базу выбить. Катапульта пришла. Перегруппируемся.
Отлично! База упала. Заказываем еще танков. Там часть танков у меня уже построилась. Два танка достают до завода по харвестерам. Базы уже у него нету. Экономики уже тоже сейчас не будет. Сейчас он будет тратить свои последние ресурсы. А вон у него еще один завод по харвестерам, по-моему. Так, аккуратно складываемся, продвигаемся вперед и раскладываемся. Начало строительства. Так, а что мне там по танкам? Не очень много, но все равно возьмем их. Вот так, о! Надо вышки эти отдолбить у него здесь. Чертова платформа приехала, она... В принципе, неплохо дамажит. А у меня противовоздушных войск вообще нету. Ну давайте попробуем зафокусить эту башню. Насколько хватит сил вообще? Да, немного у меня танки эти прожили. А что с платформой это стало? Что платформа была воздушная. А, вон она ездит. Начало строительства. Продвигаемся вперед, раскладываемся. Отлично, минус еще одно здание. Готов двигаться. Начало строительства. Включаем. Ваши приказания. Готов двигаться. Так, этих сворачиваем. По ним бьет платформа. Готовы к поражению цели. Отряд потерян. Всеми отрядами атакуйте это здание. Начало строительства. Молния хаоса, говоришь? Тогда может на платформу отряд и заюзать? Готов двигаться. Отряд потерян. Вот нет, чтобы сломать забор. А получается, я навел на здание. Они его бить не могут из-за забора и стоят просто тупо. Ну убейте тогда забор, если не можете шмалять. И что у него осталось, получается, только электростанцию убить и все. И хэппи-энд. Начало строительства. Давайте, давайте, давайте. Минус еще. Электростанция. Тут очень много у него этих платформ. Отряд потерян. Отряд потерян. Начало строительства. В сухом остатке у него получается остается, я так понимаю, только одна электростанция и все. Если мы ее уничтожим, то победа. Надеюсь, я все правильно понял. Тут можно даже не контрить эти платформы, просто продвигаемся вперед. Начало строительства. И фокусим эту электростанцию. Может, у него, конечно, здесь еще какое-то здание есть? Кто его знает? Попробуем. Начало строительства. Минус электростанция. И победы все равно и нет. Ну, давайте проедем, посмотрим. Да, давайте вышку завалим еще. Победа! Неужто? Жесткий бой был, очень жесткий. Тлейлаксу мертвы. Сердукары обрадованы вашим успешным нападением. Они... Да я сам как рад, то что мы выиграли. Очень тяжелый бой был. Ну как, кто кого тут атакует сейчас? Атрейдесы нападают на нашу территорию. Но биться мы уже будем в следующем эпизоде, этот завершим. А в следующем эпизоде, получается, мы будем отбивать атаку от рейдосов, плюс еще пойдем на главную базу Харконненов. На этом все, ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.